За цветы будут наказывать и не только тех, кто срывает с клумб радующий глаз растения. Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев на традиционном объезде лично проверял состояние городских клумб. На похвалы не скупился, но и замечаний оказалось немало. Клумба на центральной площади – пример для всех остальных. Здесь высажено 21 233 цветка – петунья, бархатцы, кохия. Но из-за аномально жаркой погоды их приходится постоянно подсаживать. Внешний вид фигурных садов среди асфальта – работа сложная и кропотливая. Прежде всего выбирается рисунок, затем его согласовывают с Комитетом по развитию городского хозяйства, после чего высчитывают количество растений на каждый метр. Эти цветы привезли из Московской области. Специалисты говорят, посадить только полдела гораздо сложнее ухаживать. Такой труд скрыт от посторонних глаз. Клумбы поливают каждую ночь. Помимо центра, цветы высажены вокруг памятника Бредову, в районе дома номер 90 по проспекту Ленина и у морского вокзала. А на перекрестке проспекта Кирова и улицы Гвардейская установлены так называемые мобильные деревья. Закончили буквально вчера цементировать, бетонировать на развязке Ивченко Героев Североморцев. Там тоже будут арки, там другие мобильные деревья будут, но исполнение арок. Вот сейчас вот мы бетон, когда все схватится, уже монтированные сами каркасы, монтированные, то есть за нами останется вазончики такие, досадить вазончики и поставить на место.